Все слова однажды уже были, слоем пепла занесло их, слоем пыли замело, и постепенно их забыли. Нам восстановить их предстоит. Наше дело в том и состоит, чтобы восстановить за словом слово и опять расставить по местам так, как они некогда стояли. Это все равно, что вспоминать смутный след, оставленный в душе нашими младенческими снами. Это все равно, как вспоминать музыку, забытую давно, но когда-то слышанную нами. Вот и смотришь, так или не так. Вспоминаешь, так или не так. Мучаешься, так ли это было. Примеряешь слово. Нет, не так. Начинаешь снова. Нет, не так. Из себя выходишь. Нет, не так. Господи, да как же это было? И внезапно вздрогнешь. Было так. И внезапно вспомнишь. Вот как было. Ну, конечно, так оно и было.